Друзья, всем привет! Выбрался на рыбалку. Решил поездить по знакомым озерам, прогуляться до речки, покидать спиннинг, открыть в этом году рыболовный сезон. Выехал на своем мотоцикле. Сегодня немножко про него расскажу, может. Погода хорошая, тепло, но тучи пасмурно, обещают дождь. В лесу очень много комара, мошки, все летают, все съедают. Одел вертушку, начну с нее. Небольшой поводочек, мало ли, клюнет щучка. Ну и сейчас будем свой первый заброс делать. Это озеро. Начнем с него, дальше пойдем на реку, посмотрим, может что-то там попадется. Здесь вон интересно так упало дерево, может возле него что-то стоит. Травы много, и зацепов здесь может быть достаточно. Походил по берегу, побросал, ничего не было, много травы, поэтому думаю, надо поменять точку. Сейчас на мотоцикле сразу поедем до реки. Добрался я до реки. Сейчас пойдем вон по правой стороне. Попробуем что-нибудь поймать. Попробуем сейчас вдоль берега кинуть вот этой травы, может что-то и будет, может какой-нибудь щуренок возьмет, хоть рыбу понюхать, как она уже с прошлого года забыл. А трава там что-то цепляется. Погода, конечно, хорошая. Солнце светит, ветерок, вся мошкара, комара, но не все там, вон, в лесу остались. Здесь хорошо.
приехал я сюда на мотоцикле. Это мотоцикл Минск, советский. Он вообще изначально был создан для пересеченной местности и отлично подходит для вот таких вот поездок на охоту, рыбалку. Первое мое видео на ютубе это было про покраску Минска. Красил я его в камуфляж своими руками из обычного баллончика. Думаю, получилось неплохо, по крайней мере, мне понравилось. Вообще, до этого с отцом произвели небольшую доработку в задней части. Подрезали заднее крыло, переделали немножко багажник, перенесли с крыла на багажник задний фонарь и установили заднюю резину с углубленным протектором для езды по бездорожью. В общем, мотоцикл со своими задачами справляется, и даже несмотря на свой возраст. Блин, вон везде трава. Куда ни кинь, везде травка. А, вертушку убираю. Попробую вот такой какой-нибудь светлый поставить. Не знаю, что получится. А, застрял. Вот так вот он играет. Сейчас на такую светленькую, думаю, попробую. Не очень положительный результат. Ладно, попробуем дальше пройти там более перспективные места. Вроде что-то нашел. Дорога. Или нет. По крайней мере, на нее похоже. Опа. Недолго я радовался. Тропа пропала. Буду пробивать ее сам. Очень тяжело по берегу идти. Тоже крайне неудобно. Там вообще гуще и комары еще. Вот там берега клёвые. Туда, что ли? Ой, правду говорю. Ой, что делать? Я думал, знакомые места. Погуляю, поброжу, половлю рыбки. Не был тут, наверное, года два. Потому что ездил в основном на лодке. Сейчас, думаю, да, прогуляюсь. На мотоцикле покатаюсь, посмотрю вообще, как дела обстоят. А тут как будто вообще все поменялось. Нацепим сейчас вот такую вертушку, четвертый номер. Уже проверенная. Такая окунева. Тут такое озеро нашел. Только как, блин, туда забросить. Вон там сетка стоит. Твердо. Твердо, но глубоко. Опа, первый щуренок выплыл. Ну здесь-то хоть что-то будет, нет. Зацеп. Опа.
Иду уже в обратном направлении. Сложил спиннинг, вот он сзади торчит. Ну, так удобнее просто, потому что не буду уже останавливаться нигде. Везде, где уже хотел, попробовал. Ничего не получилось. Не знаю, с чем связано. Начало июня. Может, день такой, погода, давление. Хотя 25 градусов, вроде тепло, хорошо. Ну, по крайней мере, мне там как рыбы, без понятия. Ну и, конечно, может быть, и я не там рыбачу, не в тех местах. Сейчас еще обратно идти, наверное, 2 километра до мотоцикла. До него дойдем и уже домой поедем. Уже время, обед. Очень сильно хочется пить. Фух, очень уже сушит губы, рот. Забыл взять воду. Уже бутылку приготовил, но забыл налить, и так и поехал. Ладно, сейчас уже скоро подойдем к мотоциклу.